Всем здорова, с вами Влад Строгов. Сегодня мы попробуем пролезть. Точнее, не попробуем, я вам покажу, как можно пролезть туда. Правда, после там делать особо нечего. Естественно, как вы по-любому пробовали залезть где-то как-то напрямую, что у вас не особо получалось. Здесь есть варианты попроще. У меня тоже не всегда получается. Ну, легко с первого раза. Почему задом? Потому что морду туда не заехать. Он забирается морда на камни и так стоит на их. Ой-ой. Интересно, контейнер туда-сюда возит и все. Поддержка надо отключить. Зато куча самая подставная. А, нет, нормально, проезд. От этого выше было. Пришла весна, и на улицу люди поползли. Там на улице орут. Пат на трассу сбрасывают контейнер. Видали? Контейнер пропал. Нету. Есть. Нету. Есть. Нету. Есть. Нету. Даже крюка нету. Ну ладно, еще если слива, всем пока.